Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Этот канал посвящен сериалам. Здесь вы увидите только новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой друг, а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Украинский сериал «Из чувства долга». Дата выхода сериала 18 декабря на канале «Россия-1». Сюжет. Люда переезжает с родителями в новую квартиру и собирается замуж. Но внезапно умирает ее отец, и в жизни девушки начинается черная полоса. После пережитых потрясений бабушка попадает в больницу. Ей требуется срочная дорогостоящая операция. Но денег у Люды и ее матери нет. У них даже нет возможности выплачивать ипотеку, и банк вот-вот отберет их квартиру. Жених Люды, Валера, в этот трудный момент отстраняется от проблем своей девушки. Зато помощь приходит от друга отца, Николая Петровича. Он обещает спасти семью героини, но с одним условием – если Люда выйдет за него замуж. Ради близких девушка соглашается принести себя в жертву и связать жизнь с нелюбимым человеком, который гораздо старше ее. Вот только бывший жених Люда не готов смириться с ее решением. Последнее обновление информации. Вторая серия. Помощь приходит от Николая Петровича, друга отца. Он готов решить все проблемы, но просит Люду выйти за него замуж. И Люда из чувства долга перед семьей соглашается, хотя, признается, она его не любит. Николаю Петровичу достаточно верности.